чтобы вы мне помогли разобраться. Вот у меня сын погиб на СВО. Он заключал контракт с Министерством обороны, находясь в колонии ЕК-7 города Ангарска в сентябре 23-го года. И вот он погиб у меня 3 февраля 24-го года. Выплат никаких я не могу добиться, пенсию я не могу сделать, потому что по пенсии, я вам сейчас скажу, что удостоверение как бы приостановили их выдавать, я не могу пенсию оформить никакую. И по выплатам я вот то, что региональную выплату одну получила, 1 миллион, и все. Больше никаких, в воинскую часть вроде бы все отправили, в военкомат, в военный комиссариат езжу. Чуть ли не каждый через 2 недели, 1,5, мне все говорят, что вроде бы все отправили туда, в эту воинскую часть, все документы, возврата не было. Если было бы что-то не так, возврат сделали бы. Но возврата нету, делали повторно туда, и опять тишина. Обращались к Голубчикову, председателю МРО Братства ветеранов 245-го полка, члену Совета по делам ветеранов, председателю партии «Справедливая Россия за правду» Голубчикову Михаилу Геннадьевичу. Он вроде бы там все передал в прокуратуру, потом еще повыше куда-то вроде бы, и опять 3 месяца прошло, и опять все тишина и никаких сдвигов. У нас здесь по месту жительства Мантатов Александр Маркелович, тоже к нему сюда обращались. Он тоже вот как-то помогает вот при этом. Ну, тоже, говорит, звоните в военкомат, дозванивайтесь. А нам что дозваниваться? Мы туда дозвониться не можем, у них там телефоны не работают. Мы отъездим, мы уже столько порогов там побили. И смысла нет, она мне даже не объясняет, какие выплаты, какие льготы. У нас ни наград ребенка не пришло, ничего вообще, ни документов. Ранение у него было, 3 ранения. Этот, зарплату он не отправлял домой, вообще ничего. Привезли его в цинковом гробу с одним жетоном. Все. А ребенка нету у меня уже 1,5 года и никаких. Не выплат, ничего. Я не знаю, может, вы разберетесь, как-то поможете мне. С уважением. Доброе утро. Вот мы были в военкомате. Нас даже слушать, как обычно, не стали. Ничего нету. Звоните, все в отпуску. Ничего не приходило, а удостоверение сказали, может, вообще не придет. Я говорю, почему не придет вот это вот, к которой мы обращались, Светлана Анатольевна. Она сейчас в отпуске. Как брат погиб, мы приходили, она тоже была в отпуске. Все время в отпуске. Даже, говорю, слушать не стали. Развернулась и ушла. Нету ничего, не было. Удостоверение вам вообще не придет. Я говорю, почему оно не придет? Нам же, говорю, сказали, что его только приостановили. А как, говорю, у меня должна мама пенсию оформлять? Ничего не было. Звоните ей. Вот так.